после заброса произошла поклевка. Только я лег расслабиться на лодку, растянулся, начал греться. Вот. Получал 2 или 3 бодрых удара. И после определенной практически. Сам с собой разговариваю. Руслан еще забрасывается, я уже закинул 6 пингов. И вот первая маленькая плотвичка села у нас. Первая, кстати, плотва в этом сезоне на этом месте. До этого здесь ничего не было. Был только подлещик. Даже главля не было. Вот не странно. Так что, в принципе, начало есть. Маленькая, но...